виглядає за рік часу у зв'язку з скороченням держкомпідприємства взагалі як структури такої? Значить, ми прийняли рішення, одразу вам розкажу, ми прийняли рішення восстановити агентство, зараз думаємо з кандидатури. Думаю, что в ближайшие, там, скажем, неделю мы решим вопрос. Восстановим представительство предпринимательства на местах, которые были ликвидированы. Мы поторопились, и мы потеряли связь. Крупный бизнес сам найдет, с кем связаться. А вот средний и мелкий бизнес потерял выход на правительство. Поэтому мы восстановим все это дело, да? Восстановим представительство обязательно. Будет работать это представительство и с мэром, и с главой администрации, и с нами напрямую. А уполномоченный сейчас, ну сейчас Бродский, он присутствует на каждом заседании правительства. Я любой документ, который принимается, спрашиваю, Бродский, у тебя есть вопросы по дерегуляции или нет? Чтобы не пропустить нам то, что вот мы задекларировали, что мы за уменьшение административного влияния. А чиновники, понимаете, это такой народ специфический, он протягивает там, и где-то, так сказать, какой-то контроль, где-то какое-то согласование, где-то что-то, поднимает свою значимость, там еще какие-то, так сказать, вот. Поэтому очень важная роль вот этого агентства по предпринимательству, чтобы действительно, ну скажем, освободить от вот такого гнета. Мы не всегда видим это. Понимаете, с центра, не чувствуем. Ну, будет рассматривать на своем заседании порядка 100 вопросов. Не можно все эти 100 вопросов детально, скажем, министрам даже. Все это должно прорабатываться.